Инокс или Инокулапус эдекс, что означает прожорливый болотник. Амфибия с острого черепа, достигавшая в длину от 12 до 18 футов. Реликвия давно ушедших времен. Здоровый четвероногий инокулапус с остроконечной головой оставался практически неизменным со времен пермского периода. Широкие мясоеды предпочитали скрываться в застойных или заболоченных водоемах или болотах острого черепа, где мутная вода и плавающая растительность помогали маскировать их присутствие. Крупные родственники современных саламандр и лягушек, они были засадными хищниками, ловили рыбу, таскали птиц или что-нибудь достаточно маленькое, чтобы можно было проглотить. Несмотря на то, что у него были ноги, инокс предпочитал не покидать воду, если не было крайней необходимости, либо из-за недостатка пищи, либо из-за уменьшения водоема во время засухи. Неуклюжее животное могло передвигать свое тело на короткие расстояния, но было уязвимо вне воды. Головастики инокулапусов жили в мутных ручьях, живя на смешанной диете из падали, насекомых и их личинок, мелкой рыбы и водорослей. Головастики были похожи на взрослых, но не имели задних ног и отличительного треугольного черепа до полной зрелости. Длину инокулапус достигал от 3,5 до 5,5 метров, в росте от 60 до 80 сантиметров и весил от 130 до 350 килограмм. Обитал в мутных руслах рек и болотах острова Черепа. Если вы любитель вселенной острова Черепа, других вымышленных миров или вам просто понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу радовать вас видео по этой тематике.